Всем привет! Челлендж прошел. Я сделал 5 АКС-74У за 30 дней, выиграл в городском конкурсе, и сегодня, друзья, я объявлю победителя своего конкурса среди вас. Напоминаю, что вам нужно было найти все буквы в моих видео, составить из них правильное слово и написать мне в личные сообщения во ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме. Сейчас вы наконец-то узнаете, что же это за слово и кто стал тем счастливчиком, который получит коллекцию ножей из CSGO, пистолет Sig Sauer P226, а самое главное, шикарный дробовик SPAS-12 со складным прикладом и двумя режимами перезарядки. Все это достанется одному из вас. Итак, какое же слово было загадано? Правильный ответ – канарейка. Да-да, но это не та канарейка, которую держат в клетке, а другая. Это название советского стрелкового гранатометного комплекса на базе АКС-74У. Думаю, теперь вы поняли всю суть. Сразу скажу, что наряду с неправильными ответами, написанными мне в личку, было очень много и правильных. Скриншоты всех сообщений вы сейчас видите у себя на экранах. Но самым первым среди них был вот этот ответ. Я уже с ним связался. Человека зовут Григорий Терентьев. Гриша, поздравляю тебя с выигрышем. Ты победил и получаешь от меня все эти замечательные призы. А я бы хотел поблагодарить вас, ребята, за активное участие, за то, что постоянно поддерживали и верили в меня. Ребята, вы лучшие. Не расстраивайтесь, если в этот раз удача обошла вас стороной, ведь конкурсов будет еще очень много. Как на этом канале, так и в моей группе ВК Infinity Weapons Project. Так что не пропусти их. Обязательно подписывайся на мой канал и вступай в группу ВК. Все ссылки будут в описании. Видео здесь продолжает выходить каждую среду и субботу. Все самые интересные крафты ждут вас впереди. Обязательно напиши в комментариях, а что бы ты хотел выиграть на моем канале. Ну а с вами был Дима Тумановский. Всем пока!